как бы знаю их шальные деньки. Не трудно угадать, что такое у них там. Издеваешься, что ли? Нет, конечно. Это сбой системы, какой-то глюк. Я не глюк, я Анна, девушка молния. Привет, девчонки. Я, конечно же, все прекрасно понимаю, но как ты довел, ее до такого состояния? Это Милана. А, правильно, может, я топор? Я это вижу. Да нет же, понимаешь, мы с Асаной обедали, и вдруг я услышал какой-то странный звук, от которого ее прямо передернуло. А когда он исчез, вот. Поверь, тебе придется смириться с этим. Отдай мне бутылку! Ты как? Да вроде в порядке. Ты что-то помнишь? Да, я все помню. Ой, что-то я не то помню. Я правда вела себя так. Да. Блин. Ты не виноват. Это какой-то звонок. А вдруг это опасно? Похоже, к нам кто-то приближается. Еще один пострадавший. Нет, не смотрите на меня. Я больше не рыцарь. Что? Не переживай. Это из-за сбоя в игре. Со мной тоже такое случилось. Да? Ты тоже? Геем? Ужас, боже мой, что происходит? О боже, Киритов, а я раньше не замечала, какой ты мужественный, а какой у тебя большой и длинный меч. Теперь. Похоже, она нимфоманка. Юечка, я тебе потом расскажу. Здесь занято. Ой, ну и ладно. Только оставь на секунду. Боже, какой мужчина. Да, я такой. Дорогуша, это не ко мне. О, Киритов. Погоди, погоди, ну зачем он тебе? Он, поверь мне, он так себе. Да он же по старой дружбе по 100 грамм! О нет, нас нормально становится все меньше. Сражаться, мне нужно победить. Да, Кирилл, да, я сражусь с тобой. Вот попробуем ночью. Да, давай танцуем наш танец. Пламенный танец. Любви. Нет, так нельзя. Ты же девушка, мне нужен. О, ты. Ты сразишься со мной. Эй. Повес! Ты что, совсем тю-тю? Все с ума сошли! Это какой-то дурдом! Я не представляю, что происходит! Что с тобой? Что это такое? Кингрис! Держись на место! И кто она теперь? С ней теперь можно сражаться? Я такой!
конечно, намного лучше. Ну, если ты сразишься со мной, может, мы и договоримся. Папочка, хочешь меня обнять? Конечно же обнять, Юечка. Папочка, Юечка.